Всем кулите. Я немножко затянул с этим роликом. Около недели назад в игру снова добавили паркур-эвент, только в этот раз с великолепными наградами в виде камуфляжей. Один вы получаете за прохождение ивента меньше, чем за 10 минут, второй, если вы соберете все секретных 12 монеточек. И то, и другое вы увидите в данном ролике, так что приятного просмотра. Мне теперь альта баться нельзя, чтобы музыку новую поставить. Алина, спасибо за рейд. И опять же, всех шорткадов не знаю, что плохо, наверное. Спасибо за собачку. Ой, хорошо нырнул. Так, я вроде даже первый пока бегу. Нет! Нет, сука! Не успел. Еще не долечу. Фу, долетел. Вот это я не знаю, зачем я сделал. Я пожадничал. Я хотел на той платформе уехать. А, то есть тут можно допрыгнуть. Но эти типа уже шарят, уже не первый раз проходят, видимо. Тихо. Привет, Наташ. Жадность фраера сгубила. Так, то есть у меня реально 5 минут должно на таймере остаться. Я не обратил внимания, тут коллизия с другими игроками есть или нету. Если знаете какие-то шорткаты, подсказывайте. Они нам пригодятся. Ух ты. Это что такое, мне интересно. А дальше куда? Стоп. Я время сейчас въебу на тест этого. Давайте потом. Но там, наверное, шорткат дикий с той фигни, я так понимаю, да? Фильм Куб, да, обожаю, кстати, что первую, что вторую часть. Третья часть говно. Так, это тоже шорткат, по идее, то, что я сейчас сделаю. Застрял. Вот это самый прикольный сегмент, на самом деле, среди всего этого паркура. Мне больше всего нравится пока что. Еще бы оно цеплялось, когда надо. Стоп, а я могу тут? Тут еще какой-то проход. Это быстрее или нет? Вопрос. Выглядит нифига не быстрее.
Нихера себе тут финты чё знает. А это что-то сокращает или он просто выебывается? Я даже не допрыгиваю до туда. Музыки по факту не хватает. Да, это, кстати, шорткат, но я до туда не допрыгиваю. Прикольно. Так, вот тут не торопиться, мы уже проходили этот сегмент. Тут надо выжидать. А то убьет. Давай за львом. Жопа ты! А почему я тут оказался сразу? Подожди, а он куда шел? Откуда, где? Вдвоем на лестницу нельзя было. А дальше куда? Не туда. Ладно, давайте уже сюда. Что-то мне кажется, я не открою за этот рай, не? Есть такое предчувствие. Блин, я не обошел там. Было бы быстрее, наверное. Вот это интересно, как-то скипнуть можно сегмент, потому что он очень медленный. И вот эти залазы тоже бы, они очень медленные. У меня осталось 2 минуты, правильно, чат? Чтобы дойти до конца. Блин, вот этот сегмент, я не знаю, как его быстрее пройти. Наверное, мог бы дальше отпрыгнуть. Мы не видим время, 6.52. Прыжок был лишним. Успею! Оп! Главное, чтобы она меня сейчас не скинула. Хорошо. Ну все, вроде бы прошел. Так, я пока следующую музыку включу. Плюс первый, да там чел меня ждал, я не знаю, может он мне что-то показать хотел. Насчет постоянного я не уверен.
Еле успел забежать. Главное опять шизу не поймать и не думать, что я что-то упустил. Успей! Не один я так думал. Здорово, Невис. А какой там был второй трек из этого драйва, я не помню. Он тоже в начале фильма играл, но я его забыл. У меня нет в трек-листе его. Тут просто вот в начале разрыв большой между этими монетками, и кажется, будто я что-то пропускаю. По-моему, уважаемо. Чё кринжа-то сразу? Бим-бим. Топовый же трек. Четыре. Лё, в смысле, не паркуришь, не понт. Следующие две монетки, считай, вместе вообще заныканы друг с другом. Чел, там нарисовано даже, что делать. Не знаю, трек идеально подходит под происходящее. Смогу повторить? Бог. Давайте.
Так. Что это такое? Минуту длится, типа, хер с ним, что это? Да, на Ютубе загугли их, там полно этих роликов. Вдруг. Чё-то гринж какой-то. Жалко, Коби СБ. Чат, какой трек играет? Не знаю. Можете подсказать, плиз? Не знаю, что за трек. Первый раз слышу. Так, чекпоинт мы дошли. Теперь надо спрыгивать. Оп. Оп. Все думал, наверх. Не, не дает. Ладно. Друг, ну чё ты так боишься-то? Активнее, активнее надо двигаться. Вот да, вот настолько активно. Допрыгну? Допрыгну. Блин, я чё-то туплю как будто бы. Так, нам вроде бы одна монетка осталась, правильно? Чё за волки там? А, ну это клип, наверное, потому что... Поэтому... Блять, где я? Что я? Ура. Выпусти. Фул глаза. Ладно. Убила так убила. Так, а последнее, что нужно сделать? Я еще первым бегу каким-то макаром, как так? А теперь? Там типы общаются в игре. То есть, по сути, обратно в портал могу выходить, да? Откуда я пришел, вопрос? Я не знаю, это охеренный камуфляж. Какой вам больше нравится, чат? Этот или пиксельный? Мне кажется, ну, квадратный покрасивее.